Здравствуйте! В этом видеоуроке я вам расскажу, как можно установить мод IronFront для Arma 3. Давайте сразу с места в карьеры, и для начала нам нужно будет установить программу Arma 3 Sync. Данная программа нам нужна для закачки данного мода. Саму программу можно скачать где угодно, в принципе, можете по ссылкам ниже под видео, либо у нас на сайте. Я думаю, с этим проблем никаких не будет, то есть установили программу, не забыли, что эта программа также требует Java, у вас он должен быть также установлен, и запускайте. После того, как вы запустите, то есть выглядит это ровно что-то вот так, вам либо после запуска предложат установить путь к вашей армии. Если вы этот момент как-то профукали, не заметили, либо просто отключили, то сейчас покажу, как это делается. Смотрите, в данной программе что нам нужно конкретно сделать. Для начала перейти в Add-ons Options. Здесь нажать плюсик и найти папку с армой, куда будут ставиться все аддоны. У меня лично это вот компьютер, диск D, игры, Arma 3, Steam, come on, Arma 3. Вот, собственно говоря. Вот эта папка с армой. Мы нажимаем Open. Все, отлично. Дальше нам нужно Launch Option, пока не нужно. Онлайн нам также не нужно. Extern Apps также не нужно. И нам нужен репозиторий. Здесь вам нужно нажать плюсик, ввести строчку FTP. Это FTP канал. Вы также можете зайти на нее через браузер, но вы там толком ничего не скачаете. Поэтому вы нажимаете в Host or URL, ввели ссылочку. И дальше репозиторий, наверное, здесь буквально что хотите. Ну, к примеру, IronFront. Дальше мы нажимаем ОК. Так, логин, как видите, нам не хочет ничего, поэтому мы нажимаем Anonymous, то есть анонимно. Дальше у нас заходит на сервер. Мы нажимаем IronFront, выбираем из списка репозиторий, нажимаем Войти. С правой стороны иконочка, самая нижняя. Он коннектится. И нам дальше нужно всего лишь нажать Check Add-ons. Нажимаем галочку. Он проверяет, что у вас есть в армии, что нет. И говорит, какие моды вам нужно установить. У вас, скорее всего, будет все красное. Ну, возможно, что-то будет. Поэтому вам нужно будет выбрать Select All. И нажать Start. Все. То есть я нажимать не буду, так как у меня уже установлено, и это light версия, но об этом чуть позже. Смотрите, вы нажмете старт, и закачка аддонов начнется. Это light версия. Существует полная версия, она весит, конечно же, не 2 гигабайта, а там порядка 8, точно не помню. Это версия с нормальным разрешением текстур, то есть в принципе все то же самое, только у текстуры плохого качества. Для того, чтобы получить нормальные текстуры, нормальный аддон, то тогда нужно будет уже купить игру, если вы этого не сделали. Если вы это сделали, то написать нам через сайт ваш Steam аккаунт, чтобы мы посмотрели, что действительно игра у вас куплена. И тогда мы вам вышлем специальный логин и пароль. Все будет то же самое, только вы нажмете плюсик, только вот логин хост будет другой совсем. Мы даже можем его показать вам. То есть вот он. Но, к сожалению, вот с Anonymous не прокатит, как говорится. Сейчас мы нажимаем ОК, Connecting. И ошибка. То есть неправильно. Поэтому мы это дело, репозиторию удалим, который не нужен. Смотрите, также данный мод постоянно обновляется. То есть примерно перед каждыми играми какое-то обновление, да, будет. Для того, чтобы обновить, у вас будет постоянное уведомление, когда вы зайдете в эту программу. То есть там она скажет, что у вас что-то новенькое. Либо, как видите, здесь у меня вот в нормальной версии update, то есть статус. Нужно обновиться, то есть не самая последняя версия. Я захожу в этот репозиторий. Нажимаю check for add-ons, галочку. Он проверяет, что у меня не хватает. Я выбираю select all и нажимаю start. Как видите, вот обновление прошло и скачивание. То есть здесь у нас обновление на данный момент 110 мегабайт. Я думаю, в принципе, это понятно. То есть
для большинства. И если будут какие-то вопросы, конечно же, пишите. То есть, напоминаю, зашли в репозиторий, нажали плюсик, сделали хост URL, имя любое, нажали Anonymous, если это лайт-версия, либо логин и пароль, если у вас полная версия есть. Все. Потом нажали здесь вот Check for Addons галочку, запустили, полностью все закачало. После этого вы можете уже запустить ARMA с игрой. Для этого вам нужно либо выбрать в Addons, здесь поставить галочку, то есть VOG 2 репозиторий, и нажать Start Game. То есть у вас игра запустится сразу с модами. Вы можете уже попробовать эти все моды там, в редакторе покопаться, если хотите. Там, то есть пострелять там друг друга. Ну, что хотите, в общем, делайте. И также поиграть у нас на сервере и зайти на сервер попробовать. Дальше. Здесь вот в Launch Options вы можете также выбрать какие-то дополнительные параметры. Ну, к примеру, не показывается скрин с самого начала. Там дефолт, стандартный остров поставить. И без всяких лохов, если вам это надо, конечно же. И также под какие профили вам зайти. То есть у некоторых... Видите, у меня здесь также множество различных профилей, поэтому как хотите. Помимо данного способа, вы можете использовать и другие. К примеру, если вы играете на каких-то других проектах, то можно зайти через, например, Dark Launcher. Если вы играете на Тушина, Hard Mode Games, Arma 3.ru, то там, в принципе, все то же самое. То есть выделили слева, сейчас вам покажу. С левой стороны выделите все аддоны. Главное не ошибиться в их количестве, то есть посчитайте, сколько их здесь. То есть вот он. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть 10 аддонов у вас здесь с левой стороны должны выбрать и нажать Launch. К примеру, есть и такой лаунчер. То есть здесь, в принципе, все то же самое. То есть выбрали для if строчка запуска. Все. Нажали меню, Edit. Здесь выбрали, какие моды вам необходимы. И нажали Done. То есть кто как любит. Некоторые также используют строчку запуска напрямую. То есть вот это вот выделяемый. Заходим в нашу арму. Создаем новый ярлык. На арма 3 запуск именно. Ярлык. Свойства. И здесь прописываем. Самое главное, чтобы был пробел между Arma 3 и минусик мод, где самое главное. И в принципе все. Нажимаем ОК и можете запускать, назвать его как хотите. Там if, к примеру. И данный ярлык будет запускать арму вместе с модами. То есть это один из самых древних способов, который был еще актуален в флешпоинте. На этом в принципе все. Я думаю, было все более-менее понятно. Если что, пишите свои вопросы под видео, либо у нас на сайте.